Глава 9. Бытие. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею. Да страшатся и да трепещут вас все звери земные, и весь скот земной, и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские в ваши руки отданы они. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все. Только плоть с душой ее, с кровью ее не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию. Вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней. И сказал Бог Ною и сынам его с ним, вот, я поставлю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякой душою живою, которая с вами, с птицами, со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными. Поставлю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал Господь Бог, вот знамение завета, который я поставлю между мною и между вами, и между всякой душою живою, которая с вами, в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением вечного завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга моя в облаке, и я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякой душою живою, во всякой плоти, и не будет более вода потопом для наистребления всякой плоти. И будет радуга моя в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между землею, и между всякой душою живою, во всякой плоти, которая на земле. И сказал Бог Ною, вот знамение завета, который я поставил между мною и между всякой плотью, которая на земле. Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Афет. Хам же был отец Ханаана. Сие трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник, и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Афет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его, и сказал, «Проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих!» Потом сказал, «Благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему, да распространит Бог Иофета, и да вселится он в шатрах Симовых, Ханаан же будет рабом ему». И жил Ной после потопа 350 лет. Всех же дней Ноевых было 950 лет, и он умер. Глава 10. Бытие. Вот родословие сынов Ноевых, Сима, Хама и Афета. После потопа родились у них дети, сыны Иофета, Гомер, Магог, Мадай, Яван, Елиса, Фувал, Мешех и Фирас. Сыны Гомера – Аскеназ, Рифат, Фагарма. Сыны Явана – Елиса, Фарсис, Киттим и Дуданим. От них населились острова народов в землях их,
каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих. Сыны Хама – Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан. Сыны Хуша – Сева, Хавила, Савта, Раама, Савтеха. Сыны Раамы – Шева и Дедан. Хуш родил также Немрода. Сей начал быть силен на земле. Он был сильный зверолов пред Господом Богом, потому и говорится «сильный зверолов, как Немрод, пред Господом Богом». Царство его вначале составляли Вавилон, Рех, Аккад и Халне в земле Сенаар. Из всей земли вышел Ассур и построил Ниневию, Реховов, Ир, Калах. Ирессен между Ниневией и между Калахом – это город великий. От Мицраима произошли Лудим, Анамим, Легавим, Нафтухим, Патрусим, Каслухим, откуда вышли филистимляне и Кафтарим. От Ханаана родились Сидон, первенец его, Хет и Евусей, Амарей, Гергесей, Евей, Аркей, Синей, Арвадей, Цимарей и Хифамей. Впоследствии племена ханаанские рассеялись, и были пределы хананеев от Сидона к Герару, до Газы, отсюда к Содому и Гоморе, а до Адме, Циваиму, до Лаши. Это сыны Хамовы, по племенам их, по языкам их, в землях их, в народах их. Были дети Иусима, отца всех сынов Еверовых, старшего брата Иофетова. Сыны Сима – Елам, Ассур, Арфаксад, Лут, Арам и Каинан. Сыны Арама – Уц, Хул, Гефер и Маш. Арфаксид родил Каинана, Каинан родил Салу, Сала родил Евера. У Евера родились два сына, имя одному Фалек, потому что в одни его земля разделена, имя брату его Иоктан. Иоктан родил Алмадада, Шалефа, Хацармавефа и Ераха, Гадарама, Узала, Диклу, Авала, Авимаила, Шеву, Афира, Хавилу и Иовлава. Все это сыновья Иоктана. Поселения их были от Меши до Сефара, горы Восточной. Это сыновья Симовы по племенам их, по языкам их, в землях их, в народах их. Вот племена сынов Ноевых, по родословию их, в народах их. От них распространились народы на земле после потопа.